好啊，好，Кто здесь? Здесь по-любому кто-то есть, блядь. Ага. Блядь, икра зуба застряла, пиздец. Бля. Ха. Ха. Держи на загрев, досик под тебя. Не понял. Да. Добрый день, с вами снова я. Ты! Фу. А? При дальнейшем просмотре желательно пизда. Оценить хорошо все томики и романги словами, если таковые имеются, дабы избавиться от улик, запутать Следственный комитет и порадовать черепашек. Что это, аниме? Да, не подумайте, что я какой-то интригант или того хуже, видеосос. Речь идет о серьезных вещах, поэтому стоит задуматься хотя бы о ближайшем будущем. Советую найти качественный рецепт чефира и насушить сухарей, на крайний случай пройти ускоренные интернет-курсы по правильному ухождению хату. Кто-то подумает, что это а зачем полный она? Бред, и будет абсолютно прав. Что не это? Все так страшно, дорогие мои, если коротко, там в двух словах, баны более это нужно живота. Забанить. Кавайное дерьмо. Но это если в двух словах. Понял. Это кого? Не обязательно коротко. Да ладно, лолька, как и любая другая дурь, делится на два вида, легальная и нелегальная, но в большинстве случаев это не имеет значения. Блять, это бан. Тут лоли. Блять, пошел ты в жопу, блять. Какие лоли, блять? Ты шибанут? Хочешь лолю? Сейчас я тебе скину лолю, подожди, бля. Легальную скину тебе лолю. Сейчас, подожди, у меня есть одна лоля в подписках. У нее рост 1,5, даже меньше. Легальная лоля, кстати. Сейчас скину тебе, блять, легальную лолю. Личное сообщение. О, легальная лоля. У нее есть еще канал на он, это, блядь, на Порнхабе. Легальная лоля, кстати. Нормально все. Без бана. Так. Фазмофобия. Боится фазмофобии? Того, видимо, фобия. Один звук. А где игра? А где кто? Какая тощая. Бля, ну ты чё хотел? Блять, много особо не навешаешься, пока ты, блять, в таком росте. Сколько у неё? 146, она, по-моему, говорила, не помню. Ну чё-то до 1,5 метров, типа, у неё. Типа, она мелкая совсем. О, загрузилась игра. Хай, Тинькок. Хай. Скажи жопу. Блять, меня резинчик на жопу развел. Он спросил, куда мне кидать жопу. Я говорю, в личку. Он отвечал, мне не скинул жопу, блять. Пиздец, меня заскамили на жопу, чуваки. Блять, меня енот на жопу заскамил, блять. Какой он после этого енот? Какой он после этого друг? Какая после этого жопа вообще нужна? Пиздец, блять. С камень на жопу. Как можно после этого доверять кому-то? М?
Нельзя никому верить, блядь. Ему жопу показывали, либо не нахуй, блядь. Понятно? Понятно. Что это? За какое предпочтение? Жапонис. Приватное лобби. Я в Дискорд скину сейчас. Вообще. Блять. Не работает правая кнопка вставить. Почему-то только через Ctrl-V вставляется. Что с Дискордом, блять, не так? Excuse-moi. Я изнутиляюсь, господа. Это все после Фанты. Охайо. Кто я, бля? Алло. Алло. Кто здесь? Ну, я. Алло. Алло. Я извиняюсь. Сори. Хай. Куда идем? Куда можно? Давай двухэтажный. Пик, кто из них двухэтажный, я не знаю, блять. Я ничего не знаю, я ничего не понимаю. Блять, я микрофон об нос все уебал, блять. За что? Вон, я карточку поставил. Ага. Так, сложность, блять, какой-то черт загородил мне весь экран своим шеей, блять. Кто, блять, шею здесь охуенул на все экран, блять? Кто, блять, стоит перед доской? Кто? Да, блять, какой-то чепуха. Опа, нормально, спасибо. Кошмар. Специально любитель, средний профессионал. Похуй, блять, профессионал. Блять, плечо, я не вижу кнопки, да вы готовы. Где, блять? Убери плечо. Что здесь за плечо? Убери плечо. Понял. Сори. Соль. Успокоительно. Че еще надо? Соль есть, успокоительно есть, фонарик мощный и лишний, мне кажется, один лишний фонарик. Я не так могу вот выбрать. Я тоже. А почему? Вопросы. Бля, а почему я не могу брать фонарь? Ты чё, сука? О! Ты добавил? Бля, нет. Почему я убираю, оно добавляется? Поехали. Не понял, а что такое произошло? Бля, я понял. Подожди, сейчас все разберемся. Так, кто брал? Все, а теперь надо добавить. Раз, два, добавить. Блять, а соль нахуя? Ну, тебе. Мне нормально без соли. Мне нормально. Блять, что соль не бралась? Блять. Я убрал успокоительное, прикинь, вместо соли. Толбайоп. Я еще думал, все и 4. Соль. Блять, берите соль от меня. Вот. Вот так вот. Да откуда соль, блядь? Ты кто такой, сука? Почему соль остается? Почему не могу убрать соль? У меня соль не убирается, блядь. А так.
Три соли, блядь, почему три соли? Почему три соли, блядь? Чья соль? У меня вообще всего одна соль, откуда их три-то, блядь? Посрать, короче, поехали. Откуда три мощных фонарика, блядь? Термометр, штатив, соль успокоительная, радиоприемник, фонарик, камера, еще одна камера, лазерный проектор, детектор. Белочка поселилась в дупле на высокой сосне в один прекрасный день, проснулся от дикого треска и тряски, выглянула из дупла и увидела, как слон лезет на дерево. Нахуй лезешь на дерево? Груш поистечает слон. ТЛБ, тут нет груш, это сосна. Так и за своими. Бля. Там была другая шутка. Там было не груши. Там был не слон. Там была ворона. Там была сосна. Но там была корова, блядь. Которая с яблоками лезла. Она говорит, блядь, у меня свои. Какие груши? Какой слон? Откуда ты спиздил этот анекдот, блядь? Это неправильный анекдот. Правильный анекдот, блядь. Вообще пиздец не правильный. Не понял, да мне тоже. Если кто спросит, мне хую, блядь. Стоп. Сюда соль. Соль, блядь. Блядь, соль. А как юзать соль? Блядь, я не вижу курсор. Где он? А, я не ту кнопку нажимаю, чтобы взять, я понял. Я нажимал на кнопку R, а надо было на кнопку E. Бля, ну отлично, в втором тоже. Блять, его зовут Уилсон. Его зовут Уилсон. Блять, я только вчера смотрел Изгоя. Уилсон! 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 Он уплыл там, блять, Уилсон. Ади, печенье. Блять, печенье кончилось. Ивент новогодний. Или карта говно просто. Неважно. А нужно карта говно. Шкатулка нашлась. Не, значит, ивент кончился. А зачем я в игру говорю? Кто-нибудь мне говорит? Алло, блядь, Уилсон. Уилсон. Алло, бля. Ты, бля. Сын, бля. Похавай. Пш-пш, первый, я насрал. Ты где видишь кость? Ага. Ты. Бля, я слышу датчик. О. Три, мало. Он, короче, за столом сдох. Надо электричество дать. Нихуя нелегитимно, бля. Ты нахуй выкругаешь. Бля, где электричество? А вот где-то внизу, я помню где. А, вот она. Нихуя себе. О, кость, нихуя себе. Теперь можно играть. Уилсон. Уилсон. Тут было 10 градусов. Бля, тут тепло. Опять он в туалете, сука, прячется, урод, блять. 8 градусов. 5 градусов, сука, он срет опять на унитазе. Держи, Демис.
Не, 17-18 здесь в коридоре, значит. Да я призраку оставил. 6, да, он здесь, 6 градусов. Он тут где-то падла. Я сок принес. Короче, Уилсон, слушай анекдот. Идет бобер к своей хатке, к реке через лес. Вдруг слышит ку-ку. Оборачивается, озирается, никого. Идет дальше. Вдруг снова ку-ку. Но оглядывается, никого нет. Идет дальше, доходит до самой реки, и вдруг снова слышит ку-ку, блять. И тут выскакивает из кустов заикающийся поляк. Курва, бобер, курва, я пердоли, яки, бедли, бербер. Кур, бля, там по-польски, я не понимаю, пизда, блядь. Шутка смешная, ситуация польская. Я ебал, блядь. Алло, блядь. Бля, он возле меня был, а сфоткать сегодня не успел. Реакция у меня как у мангуста, блядь, конечно. Я ебал. Ну, он возле меня стоял какой-то ебаный пуч из дот. Но анекдот, походу, он не оценил, он, видимо, поляк, блядь. Да я пил. Чё? Он со мной повторяет, смотри. Блять, я в игру говорю, да, сори. Алло. Тогда лучше. Чё он? О, след. Всё, у меня кончились фотокарточки. Я до места скинул, а он шампуньку. Да он вообще гнида, блять, в жопу фотокамеру. Я не умру в туалете, блядь. Ну, я правда не умру в туалете, блядь. Ну, вот умер ты, блядь. Земля пухом, брат. Царствие тебе небесное. Я позабочусь о твоих детях, если вдруг они у тебя есть. Получается, я поехал, а ты, короче, бля, я сфоткаться не могу, у меня нет пленки, пленка кончилась. А почему на корочек? О, бля, о, курва, у меня 20% на таблетки захавать. В парке на лавочке сидит интеллигентная девушка, к ней возражается очень пьяный парень, говорит, Инн, ошиблись, я не Инн. Он, видимо, Иннокентий, блядь. Инн, я же вам сказал, я не Инн. Инн, нахуй, блядь. Понял, блядь, не угадал. Ты чё, охуел, блядь? Ой. И почему не берётся? Берётся. Где вот он? Все, пошли. Джимми Колом и Маскалик вбит. Хай, Дэс. Хай. Хай. Бля, я тут след. Пошел ты нахер, козел.
Я призрак, если что. Блять, Project Zomboid, конечно, без... интересно, блять, но ее качать надо. Я ее не скачу, у меня ее нету. Был бы, конечно, наверное... Блять, меч! Бля, ну огоньки летают, брат, можешь огоньки помещать с лету просто. Нахуй, бля. Бля, хули ты кидаешь мне в ебало мяч? Подожди 5 секунд. Бля. Ударился. Ну, пока силуэта не вижу. Проектор пока чист. Только огоньки. Не, ну минусу, кстати, тоже не было. Минус можно вычеркнуть, я думаю. Минималка была около 6 градусов. Наверное, все. Из улик пока больше нихуя нет. Опа. Нет, внезапного пробега не было. Пойду, хули, доебусь. Да. До него. Че ты кидаешь мяч? Че ты хочешь? С тобой пойти? Я не могу сфоткать тебя, у меня кончились кадры. Так, минусовой я вычеркнул. Бля, ну у нас, кстати, рассудок супер выжрали, блядь. Ты умер, а у меня, я пришел, у меня около 20, блядь. Кто жрет рассудок? Мара, Юкай, Радзю, Банши, Абака и Тае. Кто из них? Дальше. Нет, это не Банши, Мара. Нет, это не Мара. Юкай. Бля, если у Кай близко, звук вашего голоса злит его и повысит вероятность нападения на вас. Возможно, я анекдотом про поляков его разозлил. Но он, видимо, близорукий поляк, и он убил тебя, а не меня. Он перепутал. Но, возможно, это Юкай. Надо приемник взять, пиздеть с ним. Бля, огоньки пропали, он комнату поменял, урод. Чья пердули, курва мать, бля. А нет, наебал, огоньки летают. Но они сместились сильно куда-то назад. Видимо, он перешел из этого коридора в кухню. Я иду нахуй. Туру-туру-туру. Опа, отпечаток хуя. Кастбастерс. Опа, отпечаток. Нет, он все еще здесь. Надо взять радио. Или здесь. Нет, 16, а тут? 11. 6, он здесь. Минуса нет, минус можно вычеркивать нахуй, точно, 100%. А зачем я в игру говорю? Ох, говорю в рацию. Надо взять... Ой, дневник. Надо взять рацию. Правильно? Правильно. Ноль реакции, кстати. Но рассудок маленько подъедается. Сори.
И в фирме. Ты тут? Где ты? Сколько тебе лет? Ты гей? Why are you gay? Wash your ass today. Где ты? Ты где? Ты здесь? Ты молодой? Ты старый? Ты поляк? Дай мне знак. Сколько тебе лет? Ты черт. Пошел ты нахуй, бля, урод ебаный. Это Боров. Ну я, да, привет. Ой, нормально. А у нас, кстати, активность. Семерочка. Бля, ну силуэта я все еще не вижу никакого. Тебе что, выключить Night Vision? Ну на. Бля, ну там щупает дверь, пиздец. Отпечаток. Отпечатков дохуя вообще повсюду, пиздец, там отпечаток ног, отпечаток рук, дохуя просто, блядь, ставь отпечаток. Бля, ну это банши и абака. Ёбаные бэмы. Бля, короче, это, скорее всего, банши. Правда, её не видно проектор, да, подождем еще проектор. Прям несколько минут. Ждем. Бля, если кто-нибудь увидит АБМ эту на проекторе, бля, щупай дверь, пиздец, свистните. Потому что я могу случайно уснуть. Такая вероятность существует. Потому что мероприятие, доложу вам, не самое... любопытное. Бля, пью закончился, надо опять налить.
Бля, ну я не вижу никого. Никого нет. Слушай, а мы точно электричество включили? Я что-то не помню. Блин, электричество есть. То есть температура правильная. Подождем. Нет, не ждем. А ты не помнишь, где термометр выкинул свой? Я не помню, потому что... Просто ощущение, что он сменил комнату. А, я нашел замену. А, спасибо, все равно. Блять, стрелку подобрал. Да, этот черт комнату поменял. Пизда. Он здесь, значит. Не понял, блядь, что это было сейчас. Это был скримак. Я ничего не успел понять. Произошел руфл, блядь. Ну шо, господи, блядь. Короче, это банш. Но он не здесь, кстати. Это не здесь. 13 градусов хотя. Это много все равно. 16, 19. 18 в гараже. Матч. 15. 17. Ты ебанутый, пошел нахуй отсюда, урод, бля. Бля, если бы у меня сердце было слабо, я бы умер бы сейчас на этом же месте. Короче, он тут где-то в гараже, видимо. Сори. А, нет, 6 градусов все еще здесь. Дракон, ебать. Сори, чуваки, это пиво. Газики. Сори. Чё, у тебя есть такие есть улики? Чё ты бы треба? Че знаешь кто? Да, ты знаешь кто? Нет, не знаешь кто. Понял. Что, камеру выключить тебя? Выключаю. Блять, есть минусовую убрать. Тащу и ханту. Бля. Сори. Бля, ну я думаю, это банш. Банши поехали.
поставил банш? Эх. Подожди, у нас квест на 25 нет. Нет, нет, поехали. Ох, не угадал, насрали. 33% баллах. Ёбаный ты обоэмы, блять. Я, кстати, поставил обоэмы. Блять, ты поставил обоэмы? Ну так. Блять, ёбаный ты обоэмы. Как ты мог поставить обоэмы? Блять. Я вот, понимаете ли, выживаю... Блять, 20 минут катка была, пизда. Когда? Я думал, минут 5 прошло. Ну как? Сори. Бля, какой-то чел встал опять передо мной. Нихуя не вижу, что написано, бля. Нет, кнопку нажать не могу никуда, бля. Ой. Я не лучше владеть запивать пиво, блядь, весь кар, пиздец. Чё-то меня... Хуёет маленько, бля. Ой. О. Соли нет. Соль, значит, это на карте все-таки выдается. Это солевая карта. I understand? Understood? Сори. О, бля. Не понял. Тинькок пьет. Это уж что заметил. Блять, Тинькок. Блять. Да дна, блять. Ой, хули. Бздыньку сейчас подожди. Бздынь. Шо, поехали к карту номер 2. Какую? Ну, эту. Какую эту? Куда ты нажал? Нажми куда-нибудь. Я не вижу. А, случайный выбор? Рыджи, поехали. Три этажа, ты чё, ебанут? Поехали. Надо чем-то ещё нам? Камеру вторую надо? Да нафиг надо. Фото камеру. А то мне на той камере не хватило кадров с фоткой твой труп. На вторую камеру взять, ладно. Говорил ты меня, щекастик, блядь. Пизда. Ой. Камера, камера, камера. Две фотокамеры, поехали. Эх, вот бы еще бы нам синих экзорцистов попал заебись, блять. Где там Дэс, что там Нил спит, где Бимыч, который хотел с нами, блять. Ой, быстро загрузились. Электричество, походу, на первом. Да, электричество на первом, нормально, бля. Бля, я чё, мощный фонарик не взял, да? Э, а где Соня? Бля, а чё произошло? Общука, фонарики не взялись? В смысле? Бля, поезжаем отсюда, нахуй. Рерол. Куда я нажал, бля? Уезжаем, нахуй. Я ставлю на фантома. Понял, это фантом. Я ничего не ставлю.
Блять, было так близко. Не повезло. Ну нормально, нормально. Ноль — это тоже результат. Главное, не минус. Это хорошо. Ах ты, падла. Все, я вижу, в чем проблема. Во мне. О, мощный фонарик, два термометра, штатив, две... Три камеры, ты шибанутый, блядь. Еще три камеры, блядь, ты че, черт. Вот две камеры, нормально. Поехали. Бля, губы, конечно, у тебя секс. Так бы их засосал, блядь. Поехали. Да с третьим не хочешь побыть? Мне кажется, Нил сегодня умер. Мне кажется, Нил поздно лег. А где соль? Че, фонарик? Какая соль? Нету соли. Зачем тебе соль? Ты что, в Петербурге? Насрать на эту соль. Электричество в подвале. Поехали. О. Бля, я не помню этот дом. Что за дом? Дал электричество? Электричество дал? В смысле? Да электричество, я температуру меряю. Спасибо. Тут 4 градуса, он здесь. А где-то явно здесь. Явно где-то тут. Бля, тут 5. Он тоже может быть здесь. Может быть, дом не прогрелся? Или меня наебывает термометр? Или я не дал электричество. Ты дал электричество. Я штепселем проверял. Опа. Понял. Бля, ну может тут просто то, что гараж, будет тут холодно. Проверим другие помещения.
О, карта Таро. Как мы не заметили их. Второй этаж, второй этаж, один градус, один градус. Он тут. Ну где? Такая лихач. Обычно. Бля, это дура, мне в ухо дыхнуло. Кто свет включил? Ты включил свет? Бля, она, короче, кинулась мне в ебало и опять сделала. Я был бы сердечником, я бы умер прямо сейчас. Пиздец, блядь. А, короче, явно здесь она прям ПГ, я ноль. Она прям где-то в коридоре на втором этаже. Прям, блядь, здесь 100%. У тебя есть этот ультрафиолетовый фонарь? Пощупай выключатель вот этот на входе. Если есть он тебе ультрафиолетовый. Понял. Короче, здесь наверху. Но минуса не было. Минус Випл. Да хуй я так нажрался. Кто-нибудь мне может объяснить? Я не могу себе объяснить. Бля, а камеру, видеокамеру ты украл, да? Бля, а почему у меня 16 рассудок? Я умею этим около любую секунду. У меня было два скримера, я чуть не умер, оказывается. А где таблетки все? Ты что, все таблетки съел? Нет, я две съел. А у нас осталась одна? Ну. Уже ни одной? А еще... Еще, бля. А ты... А, ты здесь пос... Нет, их 4 штуки было, блядь. Поставь иди лазер. Только пока он не поменял, быстрее ставь иди. Я не помню, может на профессионале менять комнату или нет? Я не помню. И еще. Бля, мне надо вставать. Вставать за пивом идти, блядь. Бля, у меня в комнате есть две бутылки, но у них это теплое. А в холодосе холодно стоит. Вот в холодосе. А в чем-нибудь за кусон какой-нибудь найти? Высказываешь, что собираешься? Я? Не знаю. Может, я пьяный, поэтому собираюсь? А ты что, меня приглашаешь? Приглашаешь. Извините. Чё, мне кажется, как-то где? Как-то, мне кажется, далеко от камеры стоит. Такое маленькое ощущение. Где ты свечку, блядь, спиздил? Папа мой? Да. Огоньков я не вижу. Может быть, конечно, подвинуть в проход камеру. Но иди ты, потому что у меня рассудка нет, таблеток тоже нет. Кто-то спиздил лекарство наше. Пока не приглашаю, то приезжай. Бля, да, давно уже хочу. А? Алло, кто? Что? Что ты сказал?
Куда камеру поставить? Ну, поближе, видишь, там проход впереди, перед ней. Прям на метр, на полтора вперед подвинь. Огоньки оттуда далеко. В твой проход? Я уж 1000 лет собираюсь в МСК и в Питер, блядь. С кем, блядь, завалиться побухать. А, чё? Кто? Что? Вопрос в чем? Почему тут призрак бегает? Кто бегает здесь? Призрак. Я не знаю, у меня камеру кто-то спиздил. Кто-то, блядь, меня тошнит. Что происходит? Блять, я на улице оказался. Пиздец, я бездомный. Меня выгнали. Я ковер сниму. Блять, тебя выгнали опять. Да за что? Да за что? Почему опять? О, лысина чья-то. Там слева что, свет горит в комнате? Да. Или нет? Там дохуя света что-то слева, нет? Уж МСК пиши. Понял. Спасибо, уже выключен. Игоньков нет. Бля, ну короче, надо искать призрака, который выбирает свою жертву. Блять, силуэт был. Блять, пиздец, помещай силуэт. Надо помещать призрака, который целенаправленно выбирает свою жертву и преследует ее. Потому что я 2 подряд скримака въебало поймал. Просто на пох. А у меня спиздили все мое, весь мой рассуд. Нахуй, блядь. Огоньков, моя очередь. Чё, моя очередь? Ну да. Я умру, я инстантно умру, у меня нет рассудка. У меня 45, он нападет сразу же на меня. Чекай, блядь. Чекай, просто чекай, блядь. Пошел нахуй, умирать. Так, надо что-то взять. Пойду умру нахуй. Мой балох. Со мной не ходи, смотри камеру лучше. Зачем? Бля, ты умереть хочешь вместе со мной? Ну, своих не бросай. А с чем я в игру говорю, интересно? Хочу натравить призрака? Видимо. Ты здесь? Стивенс. Дай мне знак. Убей меня. Он сказал, он old. Ой-ой-ой. Осуждаю. Это Юкай, Диоген, Мираж, Фантом. Кто-то из них целенаправленно нападает на меня, блядь. Он что-то сказал кокью. Видимо, он хочет либо... Сунь, ну, он, видимо, вот, ну, пора сваливать. Он говорит, он олд, он меня слышит, блядь, я пошел нахуй. Это не выход. Он прям, я говорю тебе в рацию, а он отвечает мне почему-то. Каждый вопрос тебе, он говорит мне, зачем? Дурак совсем, что ли? Что мы имеем? Рация и проектор. 4 варианта призраков. Юкай, Мираж, Диоген, Фантом. Бля, нам соль бы сейчас помогла отсеять Миража как минимум. Предлагаю поставить
Мимика. Нет, не мимика. Короче, есть план капкан. Пойти доебаться до него, чтобы он оставил записи в дневнике. Но я, скорее всего, умру, поэтому будь в фургоне. Дай нам знак. I don't speak English. You can't speak Ukraine? Or Polish? Or Russian? Да, да я понимаю, что ты старый дед, бля, я тоже не молодой. Все это замечательно, блядь. Понимаю, тахикардия, суставы болят, наверное, да? Все по-любому, блядь, аритмия, вот это все знакомые, братан. У тебя спина еще наверняка больная и шея. Ты старый наверняка, да? Сколько тебе лет? Э? Ты где? Напиши в дневнике, сколько хуй у тебя длина вообще, брат. Напиши по-братски. Напиши. Дневник, напиши. Где курсор? Вот он. Ну напиши, дневник, напиши, ну что-нибудь. Дай мне. Спасибо. Дед, дай автограф. Дай автограф, дед. Дай автограф. Ты, блядь, дед, а? Включи свет тогда хотя бы. Включи свет. Mm.
Ля, дядя, ты иди. Ты что, со мной-то был наверху? Ты что, дурак? Бля, ну этот, кстати, чел вообще не трогает мой рассудок. У меня было 45, я ушел, пришел, у меня стало 30. Типа, хотя был скример. Он какой-то супер пассивный. Он заебал на все вопросы отвечать old. Реально заебал. Он на все, что я спрашиваю, говорит old. Деда проблемы, видимо. Кость, ты не находил кость? А как же 50? Что 50? Ну, ты спросил, сколько у него и сколько ему лет, а он ответил. Вот это все old. Ты кости не находил нигде? Нет. Жаль. Что, поехали? Куда? В смысле? Ты что, выбрал кого? Ну да. Кого? Они. Чан? Ну да. Они Чан? Вырвалось. Не, ну можем, знаешь что, блядь, план капкан. Ты можешь пойти умереть. Ты хочешь умереть? Зачем? У нас квест на 25% рассудка. У меня 28. Если ты умрешь, у нас будет 25. Охуенный. Не, ну ты можешь взять ультрафиолетовый фонарик, попросить его пощелкать выключатели и двери потрогать и посмотреть отпечатки. Правда, не уверен, что нам что-то даст, но может быть. Но вообще отпечатки нам могут дать либо это фантом, либо все остальные. А дневник, кстати, чистый, чи не? Чекни дневник, там валяется. Он, типа, автограф оставил, не? Понял. Ну, совы не было. Она нам ничего не дает. Блядь, призрачного огонька тоже не было. Вот он, сейчас мы смотрим, призрачного огонька просто ни одного, блядь, нету. Ну... Да. Что да? Запись в блокноте была? Че смотришь? Что да? Что ты пришел, сказал да? Ау. Шо да? Фир, камон. Блять, мне в команду опять наркомана дали. Да. Бля, кто дверь закрыл? О, понял.
Короче, надо МП, нам надо отпечатки, нам нужны запись в блокноте. Что-то одно из этих трех дает 100% призрака. А так мы играем в 33% опять. Видимо, дневник он писать не хочет, поэтому все-таки 50 на 50. О. Рано. 29. 27. 29. Ну. 28. У меня меньше. Просто мне умирать нельзя, вещи пропадут. Вот в чем прикол. Я нет, я думал, ты принес. Все, я принесу. Окс, так квест выполнился, 25% есть. Активность просто... Активность какая-то супер нулевая, ему просто похуй. Он, скорее всего, съебался оттуда. А, нет, десятка. Кажется, тебе пизда. Ебать, ты жив. Ахуй. А, ты умер, понял. Царство тебе небесное. А я только МП нес тебя с термометром. Ну, короче, понятно. Территорию он не поменял, он там все еще. То есть термометр не нужен. Ладно, что мы имеем? Если ты там, посмотри запись в блокноте. Швантом и Диоген. В фирме. Where are you? Дай мне знак.
Что это, блядь? Анальная клизма? Что ты принес мне? Что это такое, блядь? Или петарда? Корсар 25. Что это такое? Ебать, 25 вижу цифру. Я просто пошутил про цифру. Это петарда в жопу. Ты что, ты тут? Мало. Понял. Ты дневник смотрел? Там что-нибудь есть? Понял, дневник вычеркиваем нахуй. Это мираж, либо фантом. Ты думаешь, это фантом? Он просто из подозрений, что это фантом, потому что он охуительно спиздил мне рассудок. За два скримера я спустился до 45. Фантом, думаешь? Понял, ставим фантом и поехали. Все, уезжаем. Или ты что-то хочешь еще сделать? Ну, поехали. Блять, какой диагент? Ты что, дрочишь меня, что ли? Ты. Блять, какой диагент? Значит, был, значит, все-таки огоньки ебаные были. Значит, не может быть диагена, блять, без огоньков. А, нет, наебал. Не огоньки. Запись в блокноте. Значит, мы просто не доебались до него. Ебать, конечно, все, брат. Ноздря размером, блядь. С Махачкалу я в ахуе, блядь. Пиздец, что я? Где я? Я в прямой кишке. А, это ноздря? Это ноздря было, я думал, прямая кишка, бля, пизда. Так что, куда дальше? Э? Куда? Я за Прайсон. То, чтобы кинчик чепнуть. Кого? Кинчик? Ты что, дурак? Кинчик? Бля, какой кинчик. Тут никого кроме тебя нет вообще, какой кинчик. С ума сошел. Буквально никого. Та-та-ра-та-ра-ра. Почему ты говоришь в чат, а не в игру, брат? А почему ты говоришь не вслух? В смысле? А куда? Подожди, а куда я говорю? Ты просто кнопку не жмешь. Раз, два. Хорошо.
Раз. Два. Понял. А почему у меня кнопка не работает? Я нажимаю кнопку, нажимаю, а она не работает. Почему? Почему так нахуй? Так, кто знает. И давно так? Ну... С этой миссии. Понял. Это баг. Что, хочешь ферму? Реально? Алло. You hear me? Алло. Говно. Алло, бля. О. Ебучая сука, слушай. Ты реально хочешь ферму? Так я там ни разу не был. Как? Мы были там. Или нет? Или это был не с тобой? Ну поехали, хули. Что еще надо чем-нибудь? Соль? Ага. Соль надо? Надо, надо. Лишним не будет. Поехали. Чем я рейди? Ты украл все успокоительное, жулик. Чего? У меня ноль успокоительных здесь лежит. И два внизу валяется использованных. Так они не использованы. А, да, зря бы канала не использованы, реально. А почему они снизу валяются? Ну, баг. А зачем ты два забрал себе? Их там четыре. Ну? Тут два валяются снизу. Сверху. Вот три теперь. О, четыре. О, блядь, ты чё два украл? Зачем тебе они? У тебя 100%. 99, я наебал тебе. Это всё равно много. Электричество на третьем этаже. Поехали. Мы тут миллион раз были.
Я если говорю, мы тут были тысячу раз, ты чё, бля? А ты говоришь, не были, не были. Электричество дал. Что еще дашь? Пиздюлей. Давай. Понял. Отвечаю. Алло. У меня приход. Ты что, соль насыпал? Кто тебе еще нужен? Ну, полицейский какой-нибудь. Бля, я нашел бутылку с бухлом. Кого нашел? Бухло. За мной кто-то закрыл дверь без звука. Нормально? Может, у тебя баги со звуком? Может. Пока ниже 10 градусов я видел только на чердаке. В остальных местах сильно выше 10. 13 плюс. Минусовая на первом этаже. Минус 9. Ахуй. Просто ахуй. Отпечаток ноги. На первом этаже еще и МП2 был. Прямо от входа налево заходишь, там просто отпечаток ноги и минус 9. У нас рассудка по 45 к 100. Возьми, посмотри отпечаток, там может еще осталось, а может и уже нет.
Гаси фонарь, гаси фонарь, гаси, гаси, гаси. Мешает огоньки смотреть. Огоньков не вижу. Надо тащить рацию и журнал. Если я увидел зеленые отпечатки на полу с помощью ультрафиолета, это считается. Блять, где срочно? Где? Ну он сейчас топал, и я за ним, ну, увидел, как отпечатки были. Это отпечаток, это улика. Ну, похуй, ладно, можно ставить улику отпечаток. Ты чего? Да я улики смотрел, просто что по уликам. Да ты просто лунный поход приходил. Приемник, дневник, огоньки и что-то еще. А, ЭМП. Дневник, огоньки, приемник, ЭМП. Что-то одно из них дает 100% призрак. Пойду по базарю с ним пули. Ебать, натоптал-то ты. Ты слышишь меня? Сколько тебе лет? Ты в этой комнате? Ты нахуя хлопаешь дверью? Why are you gay? Как его зовут? Его зовут сын дерьма. Добро пожаловать. Дай нам знак. Там в журнале тебе написано, кстати, как зовут его. А, да. Где ты? Ты дружелюбный? Сколько? Пойдем кое-что покажем. Камера не забудь. Ну, фотокамера. Взял. Отдыхаем. Что ты хочешь? Да просто сдохнуть, ни о чем не думать. Блять, я не умру в туалете. Блядь, где спуск отсюда? Дай нам знак. Ты слышишь меня?
Ты меня слышишь? Где ты? Сколько тебе лет? Ты в этой комнате? Ты молодой? Ты старый? Ты дружелюбный? Ты злой? Ты попу мыл? Ваш your ass today? Где ты? Послушай сюда, сын, блядь. Я пришел сюда с тобой не в игрушки играть. Я пришел сюда надрать твою задницу. Ты, малолетний, мертвый уебок. Я выебу тебя, твою мертвую мать, твоего мертвого отца, твою мертвую бабку и твоего мертвого деда. Ты слышишь меня, урод? Яви мне свою жопу, блядь. Черт. Show your ass, блять. Я вижу, как ты пиздец натоптал. Ты покажи мне лучше, блять, что-то кроме твоих отпечатков ног и отпечатков твоих рук. Ты понял меня? Ты. Сынок ебаный, бля. Хоть пу, бля. Дай мне знак. Дай мне знак. Включи свет. Закрой дверь. Открой дверь. Выключи свет. Покажи жопу. Мне страшно. Я боюсь. Ты, блядь. Ты где, блядь? Ты, блядь. Имеется макс-текстура, я вижу тебя через стену, брат. Эй, бля. Ты здесь? Ты где? Ты кто? Ты черт, вот ты кто, блядь. У, блядь, я тебе въебало. Твой ультрафиолетовый фонарик был видно через стену, брат. Хайкрол. И соло. Нет, я вот с этим. Блять, ты понимаешь, что у меня рассудка 20%, а ему просто похуй на меня, он меня игнорирует, блять. Он, блять, меня игнорирует просто на похуй. Ему просто поебать на меня. Ему настолько на меня поебать. Я даже не знаю, блять, кто это может быть. Настолько похуистический призрак. Либо это блядский мимик, который притворяется блядской тенью, либо это выбрали тебя все-таки жертвой, и он убивать меня поэтому не хочет. Ну, я бы уехал. Попробуй, где ты с ним поговори, я не знаю. Я хуй... Мне он вообще не ответил ни на один вопрос, и вообще ничего не сделал. Ни один, блядь, вообще ничего не сделал. Ни дверь не открыл, ни свет не включил. Иди попробуй. Доебись до него.
Он охуеть, как там топчется, он возле меня прям стоит, падла, блядь, отпечатки оставляет, но ему похуй просто на все. Сядь прям там в углу под окном за ящиками. Выключи свет и сиди с ним разговаривай, если боишься. Сзади, слева. Да, справа от камеры, все на камеру смотрите. Слева, точнее, пардон. Справа, ты смотрите, если я смотрю. Скажи ему, что его мать шлюха. Что я ебал его в рот. Хочет с нами призрак работать. Твоя мать шлюха ебался, вот понял. Ну, активность девятка, кстати. Нет, упала. До шестерки. Че, выключил проектор? Нихуя, это программист. Это я. Когда я сказал про мать, он разозлился. И что он сделал? Мне ухо думал. Хуйня. Активность была нулевая, как про мать говорил он. Так ты в этот момент ты сказал то, что активность 9 была. А, да? Иди еще раз про мать ему скажи. Включи проектор только. Move, move, move. Ну и спрячься за ящиками, на кто ты смотришь, уже не на них смотришь. Налево. Левее, 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 левее. Куда ты съебался, блядь? Там ящики прямо слева от двери были, прям за ними. Вот там в углу сиди и еби его в рот. Ну, ситуация активная десятка, у тебя рассудка ноль, тебе пизда. Съебывай нахуй, активность еще десятка. Съебигай нахуй. А, понял, это охота идет? За ящики спрячься. Нулевая, выходи, нулевая, нулевая, нулевая.
Ну и ты нулевой, кстати. Что ты можешь мне рассказать? Что ты там видел, рядовой? Ну, я ему рассказал историю жизни Скэтмана. Понял. Что-то про мою мать. Он разозлился. Мне интересно только то, что ты, находясь в ее комнате, начал охоту, но при этом связь не прервалась. И, блядь, такое ощущение, что он вообще в этой комнате, чи не? Кто свет потушил, блядь? А это камера. Ну, я думаю, проектор можно вычеркивать нахуй. Огонек, точнее. Циркал, нет, это не лох. Бля, Нил спит все еще. Время, блядь, 11-12 у меня доходит. Бля, ну я хуй знает. Как бы, блядь, 33% опять. Я фокусник. Ты фокусник? Да, жонглёр. Отлично. Покажи мне фокус и жопу. Давай что-то одно. Вот так, знаешь, так смотри. Алле-оп. Оп. Такой фокус хотел. Ну типа. Блин, ну 33% ролей спиздит, как не хочется реально. Ну и МП, я думаю, не было все-таки. МП пятерка была, нет? Нет. Сука, это демон либо мимик. Ёбаный мимик, блять. Я предлагаю поставить на мимика и уезжать. Ладно, давай. Блядина. Опа, тихо, тихо, активность 6. Стой! Блять, можно было посмотреть журнал, что ты наделал. Была шестерка. Пизда, это, блять, не мимик. Сучья тень. Я думал, что это мимик, пародирующий тень. Но почему тень, блядь? Я реально думал, что это мимик, который пародирует тень. Потому что... Что скажешь? Только... Я могу сказать, что я думал, блядь, что это, блядь, мимик ебаный, который тень пародирует. Я не думал, что это, блядь, чисто тень. Я думал, блядь, мимик ебаный. Блядь, ну 20 баксов это 20 баксов, ладно. Наркоман, с Москвы, хулиган. Блять, а Косьму не нашли, да? Хуёво. Блять, он вышел из лобби. Ну нахуя? Тряд не заметил потери бойца. Зачем ты вышел из фазмы, брат? Вы взяли бойца, зачем ты вышел с фазма? Не здрасте меня, до свидания. Просто консиднул. Просто совершил паунс в окно. Ну, время офать. Блять. Ну хули, блять, пошли тогда кино смотреть. Хули хух. Я знаю, будешь сейчас угорать, сыграть в Ультра Голаст. Сидят, блядь, на крысичах съебався просто. На крысичах.
Пошли смотреть, что у нас там. А. О, кстати, надо этот... добавить фильмы. Пока я помню. Пока я вспомнил. Двуличный братик. Двуличный братик. Так, где у нас... Point. Point. Тут двуличный братик здесь. И от лихача 14-й фильм. Лих... А, ну да. Букву местами перепутал. Лихач. Ты есть? Да, есть. Все, ты оф. И запускаю еще раз. Чтобы разделить запись. Так, у нас фильм получается какой? Джуманджи. Угу. Не расходитесь. Сейчас буду.